28 марта около стадиона «Водник» города Калач-на-Дону сотрудники отделения ГИБДД отдела МВД по Клочевскому району вместе с учащимися полицейского класса школы номер 1 в рамках акции «Внимание! Весенние каникулы» провели профилактическое мероприятие «Внимание! Дети на дороге». Цель акции – акцентировать внимание водителей на соблюдение правил дорожного движения и обеспечить безопасность движения для детей. Сотрудники ГИБДД и школьники обратились к водителям с напоминанием быть предельно внимательными во время управления транспортом, особенно вблизи школ, детских садов и детских площадок во дворах. Контролировать скорость движения, всегда соблюдать правила дорожного движения на пешеходном переходе, выполнять требования сигналов светофора, а также обеспечить безопасность при перевозке детей-пассажиров, используя детские удерживающие устройства и ремни безопасности. Всем участникам акции с пожеланиями безопасности в пути вручали памятки.